Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 27 августа 2019 года. Вот хотела показать, пришла посылка роз из питомника «Элит» Краснодарского края. Пришла она вот в такой коробке. Я уже вытащила, потому что снимаю одной рукой. Вот посмотрите, какие саженцы. Саженцы все вроде подписаны. Ну, конечно, плохо то, что они не были привязаны. Болтыхались, наверное, на дороге. Ну, вроде не поломаны. Вот эти ростки я сейчас обрывать не буду. Я просто их оставлю, притяню, постараюсь. И они должны, по крайней мере, пойти в рост. Сейчас посмотрим корневую систему. Целлофан я, конечно, сняла, но тут вот смотрю, белые корешки есть. То есть раздирать я их не буду. Сейчас пойду поставлю в воду, замочу в корневине и потом уже потихоньку рассоединю. Ну, так-то вроде вот нормально. Саженцы все зеленые, не поломанные. Вот тут даже вот почечки идут. То есть вот так вот прислали ведомость. Эти розы по 300 рублей. Вроде бы хорошенькие. Замочу я сейчас их в воде, добавлю туда корневин, часа 2-3 постоят, и буду уже высаживать на постоянное место. Потому что у нас сейчас дожди идут каждый день, и как раз им хорошо, дай бог, приживутся. Ну, судить, конечно, как вот дорогие розы брать или дешевые. В принципе, 300 рублей тоже не так дешево. Будем судить по зимовке. Как перезимует, будем смотреть весной. Здесь я вот заказала розу Анжелу. Последнюю успела урвать. Очень она мне понравилась. Вот в интернете сколько смотрела. Отзывы хорошие про нее. Лес-квартет сезон. Тоже 4 сезона. Розы тоже цветет розами такими красивыми. Почти весь сезон. Непрерывно цветущие. Пастеллу. Ход Чоколет. Ну, то есть красивые розы выбрала. Но единственное то, что там вот неудобно, что на 1500 нужно заказ. То есть по одной розе не закажешь. Вот решила попробовать просто из Краснодарского края. Вот у Полины Козловой заказала. Потом от Тимофея еще розы почтой заказала. Вот посмотрим, какие придут. Ну, то есть вот я считаю, что они хорошенькие. Такие вроде. Влажный грунт, торф. Вот хотела разодрать, но здесь вот корешки беленькие. Поэтому не буду трогать. Сейчас опущу воду, пусть стоят часа 2-3. Идеально, конечно, на 6 часов, но не успею. Время же, потому что вечереет, у нас быстро темнеет. Ну, вот так. Пойдем сажать.